Андрей Арефьев живет в доме по улице Ленинской 15 больше 20 лет. С тех пор на этом участке не видел ни одного ремонта тротуаров. Рассказывает, раньше жителям приходилось преодолевать путь с препятствиями, потому что тротуары были разрушены и в дождь оказывались буквально под водой. Но теперь, благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пешеходные дорожки приводят в порядок. С благодарностью хоть наконец вспомнили о нашем закутке и начали какие-то ремонты проводить. Сейчас вот и плитку кладут, ну хоть вид какой-то появляется по улице. Ну делают вроде качественно, добротно все. Ремонт пешеходных дорожек по улице Ленинской на участке от дома номер 1 до перекрестка с улицы Венцика должны были начать в следующем году. Но приступили к обновлению уже сейчас, поскольку погода благоволит и подрядчик идет с опережением графика. Тротуар укладывают плиткой. Она не только эстетично выглядит, но и удобна в эксплуатации. При необходимости ее можно будет оперативно заменить. По состоянию на 20 октября уже выполнены работы по установке дорожного борта в количестве 40 метров в погонах и 65. Тротуарного борта установлено 120 метров в погонах и 185. Плиточное покрытие уложено на площади 200 метров квадратных и 700. Помимо этого, вдоль домов делают бетонную отмостку, выполняющую функцию гидроизоляции. Так что фундамент в сырую погоду будет защищен. Все этапы работ контролируют представители МБУ «Дорожное хозяйство», подведомственное учреждение Департамента городского хозяйства. Смотрят толщину слоев щебня и песка. По завершению работ составляется исполнительная схема, по которой куратор проверяет объемы, чтобы все соответствовало требованиям муниципального контракта. Кроме того, за тем, как выполняется ремонт тротуаров, следит руководство подрядной организации. Все договорные обязательства, согласно договору, мы выполняем. В рамках комплексного ремонта данного участка гарантия на покрытие составляет 5 лет. Работы на этом участке должны завершить через неделю. Дальнейшим обновлением других прилегающих к проезжей части территорий, а также ремонтом непосредственно автодороги займутся уже в следующем году. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» преобразится участок от Чкалова до Ленинской-1. Отрезок в границах улиц Чкалова и Полевой уже полностью готов. Ранее состоялась приемка работ по ремонту и комплексному благоустройству на средства нацпроекта. Мария Ильчан, Николай Сидоров, «События».